Всем привет! Сегодня я вам расскажу о проблеме, связанной с программой After Effects версии SS или, я не помню, как правильно, CS6. Вот. Проблема заключается в следующем. Не работает горячая клавиша Ctrl-Z, ну или какая-либо другая. В данном моем уроке я буду говорить об этом. Итак, что нужно сделать? Нужно зайти на диск C и найти здесь, папку с файлами от After Effects, где находится документ, текст шорткатов, то есть это горячие клавиши. Так, идем в пользователи, нажимаем на имя пользователя, здесь Updata, Roaming, я не знаю, как это правильно читается, будем так, как я говорю, в общем, так и делайте. И Adobe. Далее здесь выбираем Adobe, где он тут? After Effects, вот он. Версия 12.1 на данный момент у меня стоит. И здесь, знаете, я так просто не найду. Я, пожалуй, просто введу shortcuts. Вот так вот она пишется. Этот файл, текст, да? Вот, открываем. Здесь дофига разных циферек и буквок. И нам необходимо найти... Вот они, горячие клавиши. Здесь их очень много. Вы только, наверное, опытный человек знает назначение каждой. И здесь опускаемся вниз, 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 вниз. До момента... Сейчас мы найдем. Вот. Так, куда-то я нажал. А. Так. CS Witch Board, по-моему, так читается. Здесь находятся горячие клавиши. И здесь мы должны ввести как раз-таки наши Ctrl-Z. Как видите, здесь есть уже эти контролы. Ctrl как раз-таки Shift, Ctrl, Shift, Z. То есть это возврат действия, вернуть. Где-то он, вот он. Нет, я не вижу, где он. В общем, неважно. Вот. Где-то я это давно в интернете находил подсказки об этом, тоже читал, интересовался, и вот, собственно, узнал об этом. Надо написать undo вообще, или правильно читается, как, я не знаю, но это вроде как переводится что-то типа, аннулирование, в общем, я не знаю. И, собственно, ввести это только желательно по алфавиту, то есть вспомните английский алфавит, я не знаю, обязательно, но по сути да, то есть S, T, T, дальше идет U, английская, и самое главное тоже по второй букве, тоже по алфавиту U, D, O, то есть она вот тут третья, их тут всего три у меня. Далее, так, что еще? Все, теперь давайте запустим, от администратора запустим After Effects. И все, правка. Работает Ctrl-Z. Все отлично. Я не буду, наверное, проверять, но у меня все работает. Зачем бы я тогда делал этот урок? Даже не знаю, может быть, вам что-нибудь туда-сюда загрузить. Сейчас попробую. Так, вот я импортировал тут изображение. Переносим его вот сюда. Сейчас я сделаем более видно, чтобы было вам. Так, вот. Ну и там поставим какой-нибудь ключ, например, Transform. Сейчас мы ключик поставим, перенесем там его сюда. Сдвинем. Будет у нас такая анимация, да? Вот. И теперь Ctrl-Z, и вот все, как видите, работает. Даже, а Ctrl-Shift-Z это возврат действия. Или как там, не забыл уже. А, невозможно. Ну ладно. Хорошо, невозможно, так невозможно. Вот, ну все, всем спасибо, удачи. Спрашивайте в комментарии, если что непонятно. Не забывайте нажать красненькую кнопочку подписаться. Никому хуже от этого не будет. Да, мне сделайте приятно. Также поставьте пальчик вверх, чтобы он был у вас зелененький. И всем пока.